Друзья, рекомендую подписаться на канал Макса. Он снимает видео о питании, влоги, тренировке. Посмотрев хотя бы одно видео, вы поймете, что это не фигня, это нечто крутое. Ссылка в описании. Тренировки за дня в день, из года в год, и ты получаешь свое. Всем привет, друзья! Сегодня мы разберем, как накачаться подростку. Будет несколько пунктов, и они будут очень интересные и полезные для вас. Поехали! С 13 до 20 лет парням легче всего накачаться. Максимальный тестостерон и гормон роста выделяются именно в этом возрасте. Зоны роста костей открыты, что способствует росту костей. Нет, да у тебя все растет. Зоны роста костей открыты, что Стас Васуковский, что ты хочешь? На хлебушка и воду, иди качайся, сейчас метаном метну. Зоны роста костей открыты, что способствует росту. Зоны роста костей открыты, что способствует расширению плеч и корпуса. Силовые тренировки запрещены, потому что они останавливают рост подростка. Начинать работать с железом можно с 18-17 лет. Наоборот, чувак, давай заново. Ты преподаешь? По 50 грамм. Начинать работать с железом можно с 17-18 лет. Подтягивание, отжимания и отжимания на брусьях – это лучшие упражнения для подростка. Подтягивание, отжимания и отжимания на брусьях – это лучшие упражнения для подростка. Вертикальная нагрузка провоцирует искривление позвоночника подростка. В возрасте 15-16 лет подростку отлично подходит плавание, так как оно, действует на него. В возрасте 15-16 лет подростку отлично подходит плавание, оно превращает его в широкоплечего мужика и бородатого, и еще байкера. Турник, брусья и пол должны стать лучшими тренажерами для подростка, так как они прокачивают практически все мышцы. Рост мышц идет от усиленного питания, а не от тренировок и спортивного питания. Поэтому, если вы хотите употреблять спортивное питание, то начинайте это делать с 17-18 лет. А начинать можно кушать очень много, придерживаться Рост мышц идет от усиленного питания, а не от тренировок и спортивного питания. Поэтому, если вы хотите начать употреблять спортпит, то вам нужно это делать с 17 или 18 лет. А если вы хотите набрать мышечную массу и соблюдать диету для набора мышечной массы, кушать много, то можете это начать делать с 13-14 лет. Вам нужно больше есть медленных углеводов, фруктов и цельных... Круп. И овощей. Заново. Вам нужно больше есть цельных круп, овощей, фруктов и медленных углеводов. Аминь. Не тренируйтесь слишком часто. Лучше иногда пропустить тренировку, чем тренироваться через боль или с какими-то травмами. Или если вы уже старый подросток. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмякайте в колокол, рассказывайте своим родственникам, родителям и друзьям. Ю! А, и давайте, короче, вместе. Да, пока! Ща. Пока, ё, да? Да. Давай. Раз, два, три. Пока, ё!